По счетам придется платить. Сегодня на планерном совещании в правительстве Алексей Цыденов рассказал подробности уголовного дела в отношении энергосетевой компании «Энком». Она выступала посредником между потребителями и «Бурятэнерго». За полученное электричество с «Энкомом» рассчитывались полностью, но ее руководство не спешило отдавать деньги ресурсоснабжающей организации, накопив долг в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Чтобы уйти от ответственности, «Энком» вступил в процедуру банкротства. И если бы в дело не вмешались правоохранительные органы, то за такие гигантские потери платило бы население. Там эту тему пытаются раскачать, в политическую плоскость пытаются перевести. Значит, по барабану. Пусть переводят в любую плоскость, какую хотят. Значит, давить будем до конца. Если хотят переложить на население Бурятии и на предприятие Бурятии свои схемы, не получится. Дойдем до каждого. Я имею в виду вот этих хитрых компаний, которые пытаются под видом системных неплатежей просто увести деньги в сторону. Дойдем до всех. Чтобы избежать подобных схем, Алексей Цыденов попросил глав районов тщательно рассмотреть на местах все банкротящиеся компании, которые не платят за тепло и электроэнергию. Напомним, 28 июля в офисе компании «Энком» силовики провели обыски, изъята вся документация, ведется следствие. Отмечу, руководит компанией оппозиционный депутат Улан-Удэнского городского совета Сергей Иванов, не раз замеченный в скандалах и интригах.